полузащитник Южного федерального университета Богданов Роман. Прокомментируй, пожалуйста, сегодняшний матч. Игра сложилась для нас тяжелой, упорной, соперник хороший. Как и планировали, победили, набрали нужные нам 3 очка и уверенно идем к поставленной задаче, к чемпионству в студенческой футбольной лиге. Какие ожидания от завтрашней игры с Чеченским государственным университетом? Какие ожидания могут быть? Игра будет боевая, на характере. Я думаю, минимизируются какие-то технико-тактические действия, и игре будет присуще такой бойцовский характер. Поэтому готовимся. Завтра будет самый тяжелый матч, думаю, на этом мини-турнире. Спасибо.